красота какая. А там снег выпал. А там лесопарк. Красивый. Ну я иду и так. Грязно, смотрите, как все. Ну, все равно весна будет. Смотрите. Пока еще зима, смотрите, она не отдает. А, но они еще бороться будут, да. Разлив был сильный. Всем привет, мои хорошие, мои дорогие друзья. С вами канал Артмания. И находимся мы в городе Новокуйбышевск. Это находится в нашей Самарской области, этот город. Много лет назад, года 4 назад, мы уже ездили сюда, фотографировали, тогда у меня канала не было. Вот и муж сказал, давай еще раз съездим, на видеокамеру все запишешь и все это выложишь. Монашка какая-то, то есть молись, там что-то передвинуть, не снимала. Ну, не надо ставить, там мокро.
веточка вышла. Мая 10-го года установили. Руку убери, пожалуйста. Я была не обязательно пускать. Пойдем, ладно. Сейчас, пожалуйста, еще. Почти. За меня зайди. А-та-та-та-та. О, повернулся. Отлично. Ну, баба яга тут. Ну, баба ягу самое главное. Самое главное. Это у них главная улица. Женька, отойди оттуда, вот, господи. Господи. Ходит, это у них главная вечно, улица. Вечно меня как она называется? Ну идем что? Ну пошли. А? Стадион Нефтяник. Улица называется Стадион Нефтяник? Стадион называется Нефтяник, а улица называется Проспект Победы. Улица называется Проспект Победы. Вот это мне и надо было сказать сразу.